4 июля в частном жилом доме в Кыдлиновском районе, в селе Тигун, в ходе которого погибло 2 человека. Так, накануне подвели итоги обстановки по линии гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций в крае за прошлый месяц. Всего в регионе произошло 40 социально значимых происшествий. Чрезвычайных ситуаций не зарегистрировали. Об этом на селекторном совещании с главами муниципалитетов доложил заместитель начальника краевого МЧС Николай Егоров. За отчетный период потушено 511 пожаров, в ходе которых погибло 4 человека. Травмировано 4 человека, спасено 32 человека. Возникло 22 очага лесных пожаров на общей площади более 6 гектаров на территории 9 муниципальных образований. 14 ЧП произошло на воде, 14 человек погибло, среди них один ребенок. Тревога, конечно, очень большая. У нас, у губернатора, это все-таки обстановка на водных объектах. Гибель людей и, к сожалению, снова же мы наблюдаем рост этих происшествий среди детей несовершеннолетних. Все несчастные случаи происходят в непредназначенных для купания местах, подчеркнул Игорь Степаненко. Поэтому профилактика гибели людей при купании остается важным направлением деятельности всех служб. Что касается текущего месяца, средняя температура воздуха ожидается выше нормы на 2-2,5 градуса, и риск возникновения ЧП остается высоким. Также ежегодный анализ природных пожаров показывает, что их количество начинает увеличиваться с сентября. Поэтому подготовиться к этому периоду нужно заранее. В преддверии осеннего пожароопасного периода необходимо проработать вопрос по учету населения, проживающих в населенных пунктах, подверженных угрозе перехода природных пожаров, в том числе находящихся в учреждениях и организациях с постоянным нахождением людей, санатории, интернаты, лагеря, базы отдыха и так далее. Проработать алгоритмы и последовательности оповещения, эвакуации, запланировать транспорт и развертывание пунктов временного размещения. Представители ведомства добавляют, все происходящие события чрезвычайного характера сдвинулись на 2-3 недели и начались с раннего паводка. Поэтому осенний пожароопасный сезон стоит ожидать совсем скоро. Юлия Щепина, «День с толком».